Друзья, поздравляю, вы вовремя включили телевизор. Ведь в эфире областного телеканала АЭСТ новая медицинская программа «Формула здоровья». И я ее ведущая Ольга Окружнова. От здоровья зависит и наше самочувствие, наше настроение и качество жизни. Когда мы здоровы, и жизнь становится насыщеннее. Хотите узнать, как оставаться здоровыми? Смотрите «Формулу здоровья». Аллергия – часто встречающееся заболевание. Практически каждый пятый житель планеты страдает от аллергии. О том, как минимизировать последствия сезонной аллергии, поговорим с врачом-иммунологом-аллергологом высшей категории Людмилой Валерьевной Достоваловой. Людмила Валерьевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, аллергия на солнечные лучи действительно существует? В прямом смысле нельзя так сказать, что аллергия, но повышенная чувствительность к солнечным лучам – вещь известная. Только профилактировать обострение мы можем применять средства с высоким фактором защиты, чтобы избежать появления волдырей, покраснения, эритемы, зуда последствий. А лечить уже кремами от загара мы, конечно, тоже точно не можем. Скажите, пожалуйста, аллергия – это приобретенное или врожденное заболевание? Все-таки как? Предрасположенность к аллергическим заболеваниям передается по наследству. Однако нельзя сказать, что конкретное заболевание наследуется. Как правило, если у родителей или других родственников есть один вид аллергии, у ребенка может быть совершенно другой вид аллергии. Послышала о таких экзотических видах аллергии, как аллергия на почтовые марки, на пыль, на перхоть лошади. Скажите, как аллергопробы помогают бороться с такими видами аллергии, что это такое и где их делать? Нельзя назвать аллергию к эпидермису, к эпителию экзотической. Это очень распространенная вещь, известная, особенно у сибиряков, аллергия к эпидермису, к эпителию кошки. Аллергопробы созданы, изобретены для того, чтобы уточнить спектр аллергенов. С их помощью, конечно, никто не борется. Они нам в помощь для проведения диагностики. Выполняются в кабинете аллерголога и иммунолога. В летнее время очень часто бывают случаи укуса пчел или ос. А после этого, естественно, возникает отек. Скажите, пожалуйста, является ли отек аллергической реакцией и как с ним бороться? Какие экстренные меры стоит принимать? Ну, вы правы абсолютно. Сезон вылета насекомых с апреля по октябрь. Это могут быть укусы и пчел, и ос, и шершней. Да и на комаров, собственно, тоже встречаются аллергические реакции. Мы понимаем, что при укусе насекомого попадает в организм яд. Конечно, реакция на яд – это тоже отек, покраснение, зуд, некоторая болезненность. Но аллергические реакции именно и отличаются их величиной, особенностью. Это огромные отеки. Это могут быть отеки не на месте укуса, отекают и другие части тела. Часто встречаются системные реакции, такие как головокружение, кашель, насморк, до приступа удушья и жизнеугрожающего состояния с падением артериального давления. Конечно, это инсектная, тяжелая анафилактическая реакция. Пациент с таким видом аллергии должен быть обучен первым экстренным мерам профилактики инсектной аллергии. А какие экстренные меры стоит предпринять? Ну, для начала нужно, конечно, уточнить, является это аллергией, настоящей аллергией, или реакцией на яд, что, собственно, ожидаемо, когда тебя кусает насекомое. Для этого проводится специфическая аллергодиагностика. Если это уточняется, что это аллергия, пациенту объясняется, какие препараты нужно иметь всегда с собой, как себя вести в сезон вылета насекомых, что поставить, какую инъекцию в первую очередь, во вторую, третью. Это мы все объясняем каждому обращающемуся. В каком возрасте может проявиться аллергия и может ли аллергия проявиться у взрослого человека? Ничего не бывает при рождении. Есть тот объем, который человек зарабатывает за всю жизнь. И аллергические реакции, сенсибилизация, как правило, нарастают, как снежный ком, имея аллергию в начале заболевания к чему-то одному. Через 10 лет спектр может значительно расшириться. Или аллергическое заболевание может дебютировать в возрасте 30-40, да, и зачастую в более старшем возрасте. Да, это все правильно. Но все равно это генетическая какая-то предрасположенность. При массивном контакте с причинно-значимым аллергеном такая реакция начинается. Но теории распространения и увеличения аллергических заболеваний достаточно много. Одна из них – гигиеническая теория. Чем более комфортно, более изолирован от природы человек проживает, чем меньше он контактирует с животными, с растениями, с землей, в конце концов, тем выше риск у него развития аллергических, атопических заболеваний. Людмила Валерьевна, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Это была очень интересная беседа.
Получить консультацию врача-аллерголога-иммунолога, а также сделать аллерготест вы можете в Иркутском областном клиническом консультативно-диагностическом центре по адресу город Иркутск, улица Байкальская, 109, телефон для справок 25 97 77. Аллергия в современной жизни не вызывает страха, однако все же усложняет жизнь. Друзья, вовремя обращайтесь к врачу, чтобы предупредить появление болезни и быть готовыми к борьбе с аллергией. Каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок рос здоровым и как можно меньше болел. Именно поэтому нам важно знать, какие факторы влияют на здоровье ребенка. Одним из таких факторов является позвоночник ребенка, а точнее его осанка, которая формируется у него в процессе взросления. Правильная осанка – залог здоровья ребенка. А вот отклонения от нормы могут повлечь за собой различные заболевания. Какие именно, узнаем у травматолога-ортопеда, остеопата Екатерины Павлиной. Формирование осанки начинается с 2-3 месяцев, когда ребенок пробует самостоятельно удерживать голову, и продолжается всю жизнь. Большое влияние на формирование осанки ребенка оказывает сидячая нагрузка, когда ребенок идет в детский сад, а затем и в школу, потому что ребенок часами вынужден сидеть за партой. В этот период важно, чтобы ребенок сидел правильно, ведь в возрасте 14-16 лет осанка ребенка уже достаточно хорошо сформирована и довольно трудно поддается коррекции. Как неправильная осанка может повлиять на наше здоровье? Какие она может вызвать заболевания? Неправильная осанка может являться причиной достаточно многих заболеваний. Осанка – это не только позвоночник, не только его изгибы, как принято думать. Дело в том, что все внутренние органы, они имеют связи, имеют прикрепление с позвонками. Соответственно, когда осанка нарушается, когда нарушаются изгибы в позвоночнике, когда позвоночник искривляется, то страдает тело целиком, страдают все внутренние органы. Нарушение осанки – это заболевание глобальное. И тело генетически выстроено так, что есть зоны осевые, которые должны быть абсолютно ровными в плане горизонтальной линии. Это линия взора, линия соединения затылочной кости с первым шейным позвонком. Это тазовый регион кости таза. Когда где-то есть смещение на уровне, допустим, шейно-черепного перехода, эта зона чаще всего травмируется в родах, то все тело начинает подстраиваться под эту зону для того, чтобы выстроить тело наиболее гармонично относительно оси. Соответственно, когда осанка нарушена, то ребенку приходится тратить достаточно много энергии на то, чтобы выстроить какие-то компенсаторные механизмы для того, чтобы тело функционировало достаточно гармонично. Эти силы, эти резервные возможности, они используются и тратятся на выстроение этих компенсаторных механизмов, хотя могли бы использоваться для поддержания иммунитета, для более высокого роста, для лучшего развития интеллекта. Сейчас я хочу показать несколько моментов, на которые родителям стоит обратить внимание и, может быть, забить тревогу и обратиться к врачу-травматологу-ортопеду в поликлинику. Во-первых, когда ребеночек стоит, сзади мы на него смотрим, плечи должны быть на одном уровне. Если есть разница высоты над плечей, то стоит на этом заострить внимание. Далее лопатки. При правильной осанке они должны прилегать к грудной клетке, они не должны выстоять. Следующий момент – это треугольники талии. При опущенных ручках треугольники талии, которые формируются между плечом и боковой поверхностью туловища, они должны быть симметричны. При асимметричных треугольниках талии тоже стоит обратиться к врачу. Если ребеночек раздет, то мы обращаем внимание на подъягодичные складочки. Если подъягодичные складки находятся на разном уровне, то тоже стоит на это обратить внимание. Когда ребеночек наклоняется, если ось позвоночника отклоняется от прямой, то есть если есть отклонение оси позвоночника, то это уже может говорить о том, что есть не только нарушение осанки, но и искривление позвоночника. Считается, что для формирования правильной осанки детей нужно уже с первого класса начинать учить правильно ходить, стоять, сидеть. Именно поэтому мы сегодня поговорим о том, как сохранить осанку наших детей с экспертом компании «Эргомаркет», медицинским экспертом Дмитрием Ищуком. Дмитрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот как нашим современным детям, которые очень много проводят за столами сидячей работы, да, когда они много сидят в компьютере, они очень много делают домашних заданий, у них море кружков, как им сохранить их осанку и как подобрать правильное рабочее место для ребенка? Для того, чтобы ребенок мог правильно сидеть, когда он пишет, рисует, читает или работает с компьютером, существуют критерии, которые предъявляются к детской мебели, которые позволяют ребенку правильно сидеть.
к столам, за которыми должен сидеть ребенок, предъявляется на самом деле на сегодняшний день всего два основных требования и одно дополнительное. Основные требования – это стол должен регулироваться по высоте, ну, то есть понятно, как ребенок растет, стол должен расти вместе с ним. И второе требование для детского стола – это изменение угла наклона столешницы. Этот момент положительно влияет на формирование шейного отдела позвоночника. Еще одна рекомендация дополнительная. Ее раньше не было по санпинам, но сейчас она появилась, потому что дети действительно стали слабенькими и сидят очень много. Это так называемая система мгновенной регулировки высоты. Эта система позволяет ребенку заниматься и сидя, и стоя. Ну, к примеру, ребенок минут 30-40 делает занятия сидя, потом встает, поднимает стол, и минут 5-10 он занимается стоя. Чтобы ребенок правильно сидел, к креслу предъявляют следующее требование. Если кресло на колесиках, колесики обязательно должны быть с блокираторами. То есть, когда ребенок сидит, кресло кататься не должно, иначе он будет откатываться и сутулиться. Следующее – регулировка высоты и глубины таким образом, чтобы ребенок мог сесть, а стопы устойчиво стояли на полу. Если у ребенка будут ножки болтаться, это будет приводить к тому, что пережимаются сосуды в подколенной ямке, и он откатывается от спинки и снова будет сутулиться. Но самое главное в любом эргономичном кресле – это анатомическая спинка. А цель этой спинки – позволить позвоночнику ребенка сохранять анатомически правильное положение все время, когда ребенок сидит. А вы как считаете, действительно ли с первого класса нужно следить за осанкой вашего ребенка, либо уже в каком-то более раннем возрасте начинать надо? Приучать ребенка правильно сидеть нужно именно с того времени, когда ребенок начинает сидеть. 3-4 года, когда ребенок лепит, там, рисует, чертит в тетрадочке где-то, его нужно уже научить сидеть правильно. Потому что таким образом у него к 7 годам выработается, в медицине это называется двигательный стереотип или привычка сидеть правильно. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, а вот этот стол и стул, он подходит только для ребенка маленького или уже для взрослого человека тоже его можно использовать? В принципе, есть ограничения. Здесь может сидеть человек чуть больше, чуть выше 2 метров ростом. Если он, конечно, будет 2,5 метра, наверное, будет сложно. Но до 2 метров ростом может сидеть человек от 3 лет. Сейчас мы поговорили с вами о том, как сформировать правильную осанку у нашего ребенка, как сделать так, чтобы здоровье нашего ребенка как можно дольше оставалось хорошим. Спасибо вам большое, Дмитрий, за то, что вы мне рассказали, как правильно организовать рабочее место ребенка, который идет в школу или только-только собирается туда идти. Спасибо большое. Большой выбор эргономичной мебели, способной помочь вашему ребенку сидеть правильно уже с самого раннего возраста, можно найти в ортопедической компании «Эргомаркет» по адресу город Иркутск, ТЦ Рублев, павильон 213, телефон для справок 70-33-96. «Эргомаркет» – помоги ребенку сидеть правильно. Переформулируй народную мудрость. Береги осанку с молоду, и тогда тебе не придется часто болеть. В вопросе здоровья обязательно нужно помнить, что только врачи действительно смогут нас вылечить. Но в поддержании хорошего тонуса могут помочь и специалисты, например, спа-центра. В один из спа-центров мы сегодня и направляемся. Само понятие спа берет начало в Древнем Риме и дословно означает «здоровье через воду». В нашем обыденном понимании спа-салон – это место, в котором нам предложат такие процедуры красоты, как маникюр, обертывание, массаж и депиляция. Однако на самом деле в спа-салоне вам должны предложить посещение различного рода ванн или как минимум душа с минеральными солями. Сейчас мы находимся в центре здоровья Элида. И о том, как сохранить наше здоровье, как приумножить наши силы и самочувствие, мы поговорим с руководителем центра Натальей Хужеевой. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Наталья, скажите, пожалуйста, как вы считаете, спа-центры – это место, только куда могут прийти женщины, или все-таки спа-центры рассчитаны и на мужчин в том числе? Спа-центры, конечно, они рассчитаны как для женщин, но и для мужчин тоже. К сожалению, в нашем городе не очень много центров для мужчин. Продолжительность жизни мужчин, она меньше, чем продолжительность жизни женщин. Потому что мужчины всегда находятся на пике своей активности и очень мало расслабляются. Нам все-таки, женщинам, больше привилегий к тому, что мы пошли на маникюр, на педикюр, на депиляцию, на обертывание, на спа какие-то процедуры. Мужчины себе редко это позволяют. Но наш центр специализируется именно для мужчин, потому что у нас есть такая замечательная программа, как «Сила императора». Мужчины приходят, расслабляются, получают какие-то новые инсайты у них в голове приходят. И наполняются энергией и силой. Больше становится, вот по отзывам наших клиентов,
становится больше сил для выполнения и реализации каких-то новых планов, целей, задач. И получается у них все благополучно. Многие спа-центры предлагают такую услугу, как фитобочка. Научно доказано, что фитобочка влияет положительно на наш организм. Фитобочку по ее положительным эффектам можно сравнить с сауной и хамамом. Наталья, скажите, пожалуйста, а что такое фитобочка? Какие положительные свойства вы все-таки можете о ней рассказать? Есть схожесть процедур, да, хамам, сауна и фитобочка. В хамаме более такая прохладная температура, в сауне очень жарко. И иногда сосуды головного мозга не выдерживают. Посещение сауны многим не рекомендовано. Чем удобна конструкция фитобочки? Тем, что голова находится на поверхности, и постоянная циркуляция свежего воздуха в помещении позволяет свободно дышать. Нет никаких воздействий на сосуды головного мозга. Но все тело при этом распаривается, и получается целебный эффект от трав, которыми наполняется фитобочка именно. Наталья, ну как я понимаю, большой эффект оздоровления оказывают именно фитосборы, которые вы используете в своих фитобочках, лекарственные травы, которые вы привозите и засыпаете вот в свои бочки. Скажите, пожалуйста, а какие фитосборы вы используете? Мы не используем фильтр-пакеты, мы привозим с Алтая ручные сборы, специализированные, созданные для фитобочки. И у нас есть еще уникальный состав, который собран тибетскими монахами, приготовлен 5 амрит. Мы его тоже используем в своей фитобочке. Но мы сейчас говорим о том, что фитобочка помогает оздоровительно нам. А может ли человек здоровый прийти в фитобочку и оставиться? Конечно, Ольга, может прийти и здоровый, конечно, человек. Обязательно, когда, допустим, молодые люди, вот мы смотрим, да, к нам приходят и молодые, и среднего возраста, и более взрослые люди. Когда приходят молодые, очень приятно смотреть от того, что они уже занимаются профилактикой своего здоровья. Лучше предотвратить заболевание, чем его потом лечить на самом деле. А как вы определяете, можно ли человеку посетить фитобочку, не будет ли ему это во вред? Конечно, как есть много положительных эффектов от фитобочки, есть еще и противопоказания, как у любой вообще в принципе процедуры. У нас перед приемом первое посещение займет немного больше времени, потому что вам надо прийти, ознакомиться с противопоказаниями, заполнить анкету гостя, так как мы не являемся медицинским центром, а все-таки центр здоровья. Человек, указывая свои противопоказания, да, берет ответственность на себя в том, что у него нет никаких противопоказаний, и он может принимать данные процедуры. Еще одна интересная процедура, которую предоставляют далеко не все спа-салоны Иркутска, это такая процедура, которая называется пантовые ванны. Как я понимаю, пантовые ванны помогают нам не только расслабиться, но еще и получить какой-то эффект оздоровления. У них очень широкий спектр положительного действия, Наталья. Скажите, пожалуйста, пантовые ванны посещают обычно мужчины или женщины? У нас и мужчины, и женщины посещают наш центр. Возрастная категория разная, но если все-таки взять небольшую такую статистику, да, за короткий промежуток времени нашей работы, то, наверное, люди старше 30 лет к нам приходят, да, и там до 70. Процедура проходит в отдельной кабинке, сопровождается расслабляющей музыкой и ароматерапией. Натуральные пантовые ванны, они нормализуют сон у наших клиентов, активизируются биохимические процессы в организме, происходит регенерация и восстановление. Таким образом происходит замедление старения. Наталья, спасибо большое за познавательную беседу. Я думаю, нашим зрителям было очень интересно узнать и о фитобочках, и о пантовых ваннах. А главное узнать, что спа-центр предоставлен не только для женщин, но и для мужчин. Ведь очень важно в нашем современном ритме жизни заряжаться положительной энергией, расслабляться, ездить на курорты, отдыхать в спа не только женщинам, но и мужчинам, потому что мужчины – это наша гордость, наше настояние, наша опора. Поэтому обязательно посещайте спа-центры, отдыхайте, расслабляйтесь. Иногда находите время на себя и на свое здоровье. Такая вот простая и понятная формула здоровья. Хотите зарядиться силами природы и отдохнуть от повседневной суеты? Центр здоровья Ирида рад приветствовать вас по адресу: город Иркутск, улица Байкальская, дом 236Б/7. Пантовые ванны, кедровая бочка на основе трав, биопрепараты с Алтая – все это ждет вас в Центре здоровья Ирида. Телефон для записи 73-63-37. У здорового человека 1000 проблем, а у больного – одна. Помните об этом и смотрите передачу «Формула здоровья». Thank you.